Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. 41-летний мужчина женился на 51-летней женщине. Все было хорошо, но однажды его начали терзать смутные сомнения. Этой историей на одном из форумов поделился 41-летний мужчина. Он женился на 51-летней женщине, и все было прекрасно, пока не всплыла правда о ее неверности. Более того, новоиспеченная жена, несмотря на свой возраст, забеременела и не знала точно, чей это ребенок. «Мне 41 год, и я влюблен. Я влюбился в 51-летнюю женщину. Ради нее я оставил семью и половину своей собственности, а потом женился на ней», — начинает свой рассказ мужчина. Сначала Аника была похожа на весенний ветерок, свежий, веселый, немного капризный, но очаровательный. Она заботилась обо мне, делала то, что мне нравится. Ее беспокоило то, как я одевался. Она помогала мне выбирать, какую куртку, рубашку или галстук надеть. Мы любили пить вино по вечерам. Она говорила, что ей еще ни с кем не было так хорошо, как со мной. Поэтому я почувствовал, что нашел действительно свою вторую половинку, хотя никогда не верил во все эти романтические штучки, — продолжает он. Во время отношений с Аникой мужчине казалось, что у него нет никаких забот и обязанностей. Все, что он не делал, было как будто в состоянии эйфории. Он буквально летал на крыльях любви. Поначалу у мужчины были некоторые сомнения насчет их разницы в возрасте. Он признался, что когда-то раньше сам смеялся над стареющими женщинами, которые пытались отхватить себе жениха помоложе. Но в отношениях с Аникой он понял, почему некоторые мужчины предпочитают связывать жизнь именно с женщинами постарше. Новая возлюбленная была не менее женственной, чем более молодые представительницы прекрасного пола. Но она способна к серьезному мышлению, не ревнивая, она не нервная, как женщины 30-летнего возраста, и нашла общий язык с обеими сыновьями-подростками мужчины. Спустя 7 месяцев после начала отношений влюбленные поженились. После вступления в брак Аника показала свою истинную натуру. Оказалось, что она любит брендовые вещи и ночные тусовки в барах и клубах, с которых никогда не возвращалась раньше полуночи. Мужчину не интересовали подобные развлечения. А еще через некоторое время Аника попросила у мужа разрешение провести ночь с бывшим, которого, кажется, до сих пор любила. Даже не попросила, а просто поставила перед фактом, что это произойдет. Конечно же, мужчина был против, но это все же случилось. Спустя пару месяцев женщина призналась, что она беременна, несмотря на возраст, и она не знает, кто отец ребенка. Мужчина рассказал эту историю с целью получить совет. С одной стороны, он не хочет терять Анику, а с другой, дети не входили в его планы, особенно если ребенок может быть и не его. Да и образ жизни новой жены его не совсем устраивает. А что по этому поводу скажете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.